Лудоманочки и лудоманы мои, привет. Давайте вместе играть в онлайн-казино по чуечке. Депозит хороший с него сделал, 40 тысяч рублей. Игровой автомат-гараж, чувствую, что сегодня что-то крупное должно произойти. Крупный занос, играть буду по разным линиям, по разным ставкам, сейчас все увидите. Хорошего настроения вам, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Поехали, мы начинаем. И про лайк не забывайте. По 700 рублей поедем сейчас. Прокатимся, а потом сейчас будем менять ставочки, линии. Надеюсь, все получится. Моя чуечка меня не обманет. Я вот не помню. В этом казино вроде у меня есть джекпоты по 7-й, по 9-й линии. Я их не снимал. Вот надо проверить. Надо поймать бонуску с коробками. И там зайти посмотреть, что-то у меня происходит вообще, что там творится. Да, ну и кто интересуется тематикой казино, кто может сам играет в казино, как и я, залетайте ко мне в телеграм-канал, подписывайтесь. И забирайте промокоды на реальные деньги и на бесплатные фриспины. Можете покрутить. Кстати, вот у меня сейчас бонус выпал с суперключом, да? Бури-бури-бури-бури, да? Вот. Как его пройти? Я не знаю. Я не знаю, в какой момент использовать этот суперключ. Вот когда его использовать? Кто-то говорит, до последнего держи. Но видите, как он держит? Вот дрынь-дрынь-дрынь. Вот куда сейчас его дальше торкать, тыркать? Куда его? Вот видите, и здесь паутина. Ё-моё, ну вот как его? Я не знаю. Суперключ есть? А где он используется? Как в бандитском Петербурге. Я тебе деньги давал? Давал. А где результат твой? Результат твой где? В жопе, говорит. Вот где твой результат. Так и здесь. Я тебе суперключ давал? Давал. О, 10 тысяч, ребята. Это, кстати, потому что здесь два вида бонусов, поэтому топовый символ дает по максбету только 10 тысяч. А во всех других слотах, кроме пирата, он дает 20 тысяч. Двойка, девятка, ладно. Заберем. Так и здесь. Я тебе бонус давал? Давал. А что ты его не использовал? Потому что твой бонус только, я не знаю, в одно место реально засунуть. Вот супер ключ. Куда я его должен вставить? Покажите мне дырочку. Дырочку мне покажите. О, нормально, кстати. Бах, 5000. О, трынь. Это вилды. 7 рубалечков. Заберем. Забираем, забираем. Вроде играет. Ну, бонуску нам поставь теперь на ящиках. Во! Главное попросить, сразу бонуска вылетает. Вдруг откуда ни возьмись. А, я снял здесь все, ё-моё. Тут у меня нету этих джекпотов. Не знаю, ну что, давайте немножко покуканим его по 7-й линии. Он вроде играет. Сейчас, если умрет эта линия, мы перепрыгнем на другую. 5000, нормальная линия, выгодная такая. Пусник. О, двойка, ты попал, парень. Это 10 тысяч на базу сюда. Родненькие. Шестерку, конечно, мы что? Зачем пробивать шестерку, когда можно забрать 10 тысяч? Так. Что мы имеем? Как погода у вас? Напишите в комментах. У меня сегодня дождь, пипец. Просто смыл город на глушняк. Просто города нету, блин. Весь в воде. Ямки по колено. Просто... И они не видны, ездить невозможно по городу, только на летающей тарелке. В общем, надо продавать все, дом, дачу, квартиру, машину, покупать летающую тарелку и просто по городу летать на ней. Потому что передвигаться на машине невозможно. Это просто нужно, я не знаю, гужевая повозка, коня. Буду покупать коня. Буду ездить на гужевой повозке, либо верхом на коне буду скакать, как казак. Все будут крутить у виска. Что за дурак ездит? Я ж оденусь как? Спортивный костюм Рибок. Бейсболка, очки солнечные, солнцезащитные. Значит, Луи Виттон, сумочка через плечо и на коне. И по городу. Тадык-тадык-тадык-тадык. Нормальная тема будет? Я думаю, никто не обратит внимания. Ну а кому я интересен? Подумаешь, на коне едет чувак в Рибоке. С сумочкой Луи Виттон. В очочках. Ну а что? В бейсболочке. Посмеются. Потому что нет дорог. Нету, пропали дороги, блин. Просто смыло водой. Такое вообще бывает, чтобы водой дороги смывало или нет? Или это шутка такая? Тарари-тарара. Давай заносить, друг.
Ну ты поднял до 50 тысяч, нафиг ты меня смыл опять назад? До 40-то. А как выигрывать-то? Во что играть? Да, ребят, тоже хочу вам посоветовать, кто интересуется вообще гэмблинг темой, то можете залететь, подписаться на телеграм-канал Гэмблач называется. Я там контакты оставлю, в комментариях найдете. То есть там все про игорный наш, так сказать, контент. Всякие новости, почему забанили карты, какие еще сейчас там движухи происходят в игровом деле. Там вся информация собрана в одном месте. Чтобы не подписываться на 10 телеграм-каналов, можете на Гэмблача подписаться. Это такой телеграм-канал называется. А кто интересуется стримами, кто любит смотреть стримы, но тоже не хочет где-то лазить, искать информацию, подписываться там на 5, на 10 стримеров, тоже есть такой телеграм-канал, называется Стримач. Гэмблач и Стримач. Лично админа этого телеграм-канала, этих двух, знаю сам. Чувак офигенный. Пишет все грамотно, сам это все перепроверяет, инфа проверенная. Человек сам в онлайн-казино крутится уже лет 20, так же, как и я. Только у меня был перерыв, я с офлайна ушел, ну, как бы не играл в онлайн-казино, я не знал про них. А он с офлайна ушел сразу же в онлайн-казино, и у него как бы информации больше. Больше знакомств, больше информации, чем у меня, потому что я занимался немножко другим делом. Я долг родине отдавал. Поэтому у меня была пауза. Довольно-таки длинная пауза. Долго отдавал долг. Лет 10 долг отдавал родине. Но отдал. Отдал все нормально. Правда, никто спасибо не сказал, но я же сам добровольно отдавал, правильно? Кто мне должен спасибо сказать? Семья моя только, и все. О, еще одна бонуска по 500. Нищая ставочка, 500. Я вот здесь вот хочу пройти до конца этот гаражик и открыть его, но я знаю, что это нереально. А очень хочется. Куда деваться? Рубалек. 1200. О, двоечка. Сюда, на троечку. Четверочка. Заберем. Дабы не портить самому себе настроение. Я-то пробил двойку, пробил. Сейчас не пробью, буду плаки-плаки делать. А мне это надо, а мне это не надо. А вам это надо, а вам это не надо. Должно быть все нормалдаки, на позитиве. Вот опять, супер ключ. Вот он у меня есть. А куда его вставить? Дырку покажите. Вот куда мне вставить этот супер ключ? Куда? Я не знаю куда. На какой замок его применить? На третий, на четвертый, на первый? Фиг его знает. Не знаю, ну вот здесь у меня есть супер ключ, но понта от него нету никакого. Как занести мне супер ключом? Так, 2000 заберем. Ну, вроде баланс так чуть по чуть держит. Вот, десяточка прилипла. О, восьмерка, не. Ну вот, 40 тысяч опять. Вернул он. О, смотрите. Всем внимание. Как мне про... Вот он опять, супер ключ. Был по седьмой линии, теперь по пятой. Вот как мне пройти? Где мне открывать его? Какие? Какие веревки дергать? Ну... Вот что делать сейчас? Суперключ использовать? Давайте используем суперключ. Но он не умножает ничего. И где здесь? Где тут будет?
А, видите, что творит. Опять не дал проход. Ну, ё-моё, ну так близко были. Все по канонам фильма «Бандитский Петербург». Где результат, твой суперключ? Правильно, в одном месте, в гэпе. Нету результата от суперключа. Никакого абсолютно понта нету. Ноль. Дал бы мне проход, ёпарасоте, по 500 рублей. Ну хотя бы 20 тысяч какие-нибудь, 30. Ну хоть что-нибудь, что-нибудь хотя бы дал. Я бы хоть порадовался. Но нет же. Надо взять и испоганить. Ладно, может занесем еще. Ребята, девчата, любимые вы мои. Ценю, люблю, уважаю. Обожаю. Вы все спрашиваете, почему ты нас не называешь? Мы же тоже тебя смотрим. Знаю. Опять суперключ собираем. По пятой линии. Ёпарасоте. Ну дай ты хотя бы разок проход. Да, вот что стоит? Блин, неужели нужно сесть и просто замучить этот слот до талого? Вот поставить депозит 1050 и просто, блин, крутить его по третьей, по пятой линии, пока он не даст проход на этой несчастной бонуске. Потому что у меня уже какой-то гештальт, уже какие-то, я не знаю, в мозгу изменения, что я не могу пройти эту бонуску. Я один раз ее проходил, у меня есть на канале ролик, как я прошел, то ли по 100 рублей, то ли по 300. Он мне дал там 5000 всего. Я открыл, там красная машинка была внутри. На 5000 рублей. Ну это же херня, правильно? Ну хотя бы 50 тысяч. Если ты так часто, наоборот, редко даешь эти проходы, так давай там хотя бы нормальные умножения. Ну так будет логично. А то дает раз в году и по 5000. Что это такое? Ну и кто будет тебя играть? Не, слот-то интересный, безусловно. Ну так зачем тогда бонуска? Лучше бы ты эту бонуску нафиг убрал и поставил бы вместо бонуски вот на топовых символах. Лучше бы, чтобы с трех штук вылетало 20 тысяч. Тогда толку. Просто понта больше, чем так 10 тысяч. Вот сегодня два раза по 10 тысяч поймали. Вкусненько. А так было бы 40 тысяч. Вот, сейчас посмотрим, здесь у меня есть джекпоты или нет. Нету джекпотов. Может, сделаем? Это пятерочка. Не хочет он играть под джекпотом. Не хочет. 2500 тоже. Так, ну не знаю. Давайте 700 рублей опять крутить. А куда деваться? Я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы я сейчас что-то здесь поймал. Ну вот этих вот дуриков линия отдает 90 тысяч, кажется. Либо вот этих гаражей. О, кстати, еще раз бонуска. Она ж не дала нам. Она дала сразу эту обезьяну на выход вот здесь вот. О, дубинка. Так, еще 5. Хорошо, еще 5. Хорошо, еще. Подожди, а, все. Раз, два. Ладно, пойдет. Это чуть по чуть. Не легендарный, но нормальный. Сколько там денег? 13 тысяч. 13 тоже деньги. Пойдет, ладно. С большего. Хоть что-то. С дохлой собаки шерсти клок. Но собака реально дохленькая. Попахивает чем-то. Ну, 5 тысяч в плюсе. Ну, как? Ну, что тут снимать? Снимать-то нечего. Снимают с меня штаны последние. Джекпотов нету. Бонуска не играет. Ни одна, ни вторая, ни третья, ни четвертая. Ну так, чуть по чуть. Вот последняя что-то отдала. Отрыгнула. Нужно вот этих вот 4 поставить в ряд. 4 в линию. И тогда будет 50 тысяч, я бы стопнулся. Тысячного на 80. Плюс 40 тысяч было. И как раз выгодно. А так, ну что? Ну вот у меня деп 40. Мы кру... О! Тихо. Все. Поймал, ребят, наныл, блин, ничего не предвещало такой удачи, наныл, блин.
Ой, я не знаю, как это получается у меня. Я начинаю ныть, и у меня падает, блин, крупный выигрыш. Вот если бы я играл в любой другой автомат, это было бы 100 тысяч. Но здесь, в этом слоте, два вида бонусов. Соответственно, топовые символы, вот эти, гараж, они дают в два раза меньше. Вместо за 3 дают 10 тысяч, вместо 20-ки. За 4 дают полтинник, вместо сотки. Сейчас двойка будет, смотрите. Бэм. Восьмерка. Нет, заберем. Ну все, вот 89. Кто там ныл? Здесь кто-нибудь хочет? Я хочу. А еще кто-то хочет? Я хочу. Вопросов больше не имею. Я думаю, вы ко мне вопросов больше не имеете. Теперь вы знаете, кого смотреть на Ютубе. Какой канал, на кого подписываться. Друзья, чтобы не пропустить мои новые ролики, залетайте прямо сейчас в Телеграм-канал, подписывайтесь и оставайтесь со мной на связи. И специально для вас я вам там сегодня кину ромик и бонус-код на бесплатные фри-спины в это казино. Прямо вот в это, вот, в котором я и сделал занос. И кто играет в казино, можете попробовать забрать этот бонус-код и просто покрутить бесплатно. Если выиграете, то можете деньги вывести. Нормально, нормально. Я вообще не верил, просто сидел ныл. По факту. Сидел сам с собой, с компьютером разговаривал, обращался к игровому автомату гараж. Еще мне в комментариях пишут люди. Неинтересно смотреть, он сидит со слотом, разговаривает. Я со слотом разговариваю, и он мне дает то, что я у него прошу. А вы сидите, кто вот пишет такие комментарии, завидуете, да? А может не завидуете, может злорадствуете, что я со слотом разговариваю. И нифига занести не можете. Потому что правды у вас нет. А у кого правда, тот и сильней. Верно? В чем сила, брат? Разве в деньгах? Как он быстро смыл нас, да, по третьей линии? Прям моментально. Ну, давайте первую. Может быть, ты все-таки нам до 90 тысяч, да, катаешь? Да я бы... Ну, я понимаю, что я обещал выйти на 80. Ну вот давай, просто фул бонуску. Давай всю пройдем. От начала ее до конца, до талва. Давай. За всю боль. Хорош. Почему у меня тут пусто? Где мои джекпоты? Кто их обнулил? Кто играл, блин, и обнулил мои джекпоты? Где деньги? Деньги. Ладно, покрутим по первой. Может, эту бонуску для нищих даст с этими замками, ключами. Так, о. Нормально. Нормал дес. До 90 докинь. Ну что тебе стоит дом построить? Докинь до 90. Поставь вот таких вот дурика 3 штуки. 10 тысяч как раз. Я 90 заберу. Обещаю. Играть не буду. Вот что значит чуйка. Была чуйка. Поставил специально больше в 2 раза, чем обычно. Вместо 20-ки поставил 40-ет. Играл, рисковал по 700 рублей. Бам-бам-бам. На тебе. 80 тысяч. Просто x2 к депозиту. Нормалдаки. Нормалдаки. Я доволен. Вы тоже кайфанули. Но вы просто, понимаете, в нынешнее время на Ютубе вы не увидите ни у кого такие заносы. Никто не играет в эти вот слоты, наверное, кроме меня. Не играют, но там играют, знаете, как игроки сейчас. Ну, я же тоже слежу за тем, кто играет, как играет, по каким ставкам. То есть, какие-то тактики, может, рассказывают. Я у себя их в роликах, когда записываю, пытаюсь для контенту применить. Ну, там знаете, как играют? Вот, допустим, человек играет в казино, в такие же слоты, как и я. Например, в игровой автомат гараж. У него депозит сегодня составляет 3000 рублей. С 3000 рублей он заносит, знаете сколько? Я вам скажу, 6 миллионов. 6 миллионов заносит, говорит, ставлю на вывод. И на следующий день он снимает ролик в этом же казино, играет в одном казино. Я играю не в одном казино, я играю примерно казино... Ну, 6-7 казино, все их вы знаете. Вот, в Телеграм-канале я о каждом из них рассказываю. В чем я играю, какие-то казино. Вот, и подтверждения даю, и выводы вам показываю с каждого из этих казино периодически, когда надо, когда вам интересно. И человек заносит сегодня с 3000 рублей в одном и том же казино 6 миллионов. На следующий день он играет в это же казино, в другой слот, и у него депозит, как вы думаете, сколько? Правильно, 3000 рублей. Он заносит с этих 3000 рублей 10 миллионов,
И через день, получается, он делает новый депозит. В это же казино, сколько вы думаете? Правильно, 3000 рублей. Вот это я понимаю контент. Вот это я понимаю честное, откровенное общение со своими подписчиками. Заносить по 6, по 10 миллионов и ставить депозит по 3000. И так каждый день, каждый день, каждый день. Ну вот, вы только увидите, я думаю, что на Ютубе вот такие ролики. У меня таких роликов вы не увидите никогда. Потому что я не такой фартовый, чтобы с 3000 поднять даже не то, что там 3 миллиона. Я даже миллион не могу поднять с 20 тысяч. Не могу миллион поднять, не могу. Не получается в эти слоты у меня поднять миллион. А там люди каждый день по минимум по миллиону снимают, но при этом, пока не ставят на вывод, пока деньги до них доходят, 6 миллионов остается 5-6 тысяч. Вот как раз он 3 тысячи на пельмени откладывает и 3 тысячи делает депозит для записи следующего ролика. Потом опять заносит с 3 тысяч 10 миллионов, ставит на вывод, и пока вывод идет, вывод-то долгий, идет, и приходит к нему вместо 10 миллионов 10 тысяч рублей. Все, остальные где-то теряются по ходу движения. Вот пока вывод идет, до него доходят только вот эти крохи. Но он не расстраивается, он все равно играет только в это казино, ставит новый депозит, и все у него хорошо, он доволен. И мы счастливы. О, кстати, я нормально тут наколачиваю себя. Наколачиваю немножко себе эти джекпотики потихонечку, пока вам сказки Венского леса рассказываю. Ну, процесс идет. Процесс идет, наколачивание. Тадык. Ну вот, поставь ты мне еще пятерочку. Ну, пятерочка же выручает. Ну. Поставь. Так, 1000. Заберем. Так. О, кстати, тихо. Заберем. 89,70. 89,700. Чуть-чуть поставь еще. Ну, писюлечку одну. Ну, один карасик остался, ё-моё. Ну, поставь ты карасика одного. Не ставят. Так, знаете, что хочу сделать? Как это мне? Так. Такс. Так. Сейчас я вам хочу красоту показать. 10. Сейчас тихонечко. Главное не ошибиться, а то еще тот. Так, 2. Оп. Так. О, все, сделал. Смотрите, красота. А? Посмотрите сюда. Кредитов сколько? 88 888. Это ли не сон? Ну где вы такое еще увидите? Вот где? Ну это же гениально. Или не гениально, или у меня шиза какая-то. Напишите в комментах. Все, ребята, стоп, игра, хорош. Нормально пообщались. Если вам понравилось, поддержите лайком. Буду вам искренне признателен. Буду за вас аурить, чтобы и вы, кто играете, у вас были такие же заносы, точь-точь, как и у меня. Залетайте ко мне в телеграм-канал. Не забывайте подписываться. Забирайте промики. Каждый день я вам кидаю промики на реальные деньги, на фриспины, на все подряд. Кому надо, там просто клондайк. Клондайк вот этих промиков бонус-кодов. Пожалуйста, пользуйтесь, все они рабочие. Кто не может их ввести, пишите в поддержку казино, либо пишите мне в телегу, я вам подскажу, что нужно сделать. Конкретные шаги. Вот так, так и так сделай, и у тебя все получится. И не надо бесконечно брать эти промики, потому что когда вы их набираете много, у вас, возможно, казино из-за этого тупит и не может вам их зачистить, потому что вы играете на одни промокоды и на реальные деньги не играете. Сделайте перерыв немножко. Не убивайте сами себя и не гробьте казино, как говорится. Вам хочу пожелать фарта, буду аурить за вас. Счастья, любви, здоровья, удачи. Посмотрите вот эти два ролика. Не болейте, не скучайте. Скоро увидимся. Пока-пока.